В годы Кавказской войны равнинные адыги, обитавшие в легкодоступной местности, укрепляли свои аулы в обязательном порядке. Военные источники описывают тройные укрепленные связями плетни, ограждавшие Бжедукский аул Энем. Беслинеевские аулы подаются как небольшие крепости, а плетневые оборонительные башни, зафиксированные в темиргойских селениях начала XIX века, описаны уже как характерная особенность вообще всех равнинных аулов черкесов. Типичный образец фортификационного искусства адыгов – оборонительный комплекс хатукаевского аула Джанклычева, расположенного на изгибе реки Белой. Недоступный со всех сторон, он имел единственный укрепленный вход –